Ну что ж, всем привет, с вами Атромалик, давно не виделись, да? Давно не виделись, я вот только ПВЗ поснимал, и все, что-то пропало, и многие из вас просили снова поиграть в эти игры, как мы и любим, и сегодня у нас офигенная подборка, офигенная новая Гренни вышла, вторая глава, потом есть обычная Гренни, Бренни, учительница, привет сосед, Бенди и ФНАФ, первая часть. Сейчас все, во все поиграем, погнали! Погнали. Ну что, новая Гренни, она просто взорвала YouTube сейчас. Прям все снимают. И ну, почему бы мне не снять, а? Вы ж не против, что я снимаю? Ну-ка, вообще видео идет? Да, все идет видео. Давно не снимал. Проверяю. Гренни. А что тут, громко, не громко в игре вообще? Плей. Так, же дедуля есть, да? Теперь она не одна. Она позвала своего мужа, правильно? Это же муж, скорее всего. Так, какую сложность ставить? Не знаю, это есть... Нормал, наверное, сложно для меня. Я для первого раза, наверное, легкую сложность возьму. И здесь, смотрите, можно выбрать либо бабушка одна, либо дедуля, либо вместе. Но я не знаю, давайте вместе ставить. Но я сразу сдохну, наверное. Ну, меня сразу найдут. Ну, давайте пробовать, как должно быть, наверное, так. А то будет слишком легко, если только дедуля, наверное, один будет. Погнали. Что сейчас будет? Так, сразу говорю, какой iPad. iPad 2015 года iPad Pro 12.9 дюймов. Самый первый iPad Pro, который появился, он до сих пор со мной уже сколько? 4 года практически. Практически 4 года, и ничего с ним не случилось. Буквально пару царапин, может быть, и все. Так, ну что у нас тут? Что мы тут видим? Так. Надо слушать шаги, поэтому я, наверное, погромче должен делать. А то я не услышу, где там кто ходит. Ну, что у нас тут? Так, мы тут где-то сидели, какой-то сарай, не знаю, что это. Сидели мы тут, и что дальше? Так, а это что такое? Это кнопка? Это ручка такая, да? Ну, ладно. Я думал, это можно взять. Так, где дальше мы? Не знаю. Я слышу, кто-то ходит. Прям сверху, наверное, сверху или снизу. Кто-то ходит. Так, что здесь? I need a crowbar. Crowbar это, как в Half-Life 2, это монтировочка. Нам нужна монтировочка, чтобы открыть. Так, здесь мы видим какая-то ловушка и кнопочка, да? Кнопочка. Интересно, для кого это? Мы что, можем сюда Гренни завести, типа положить что-то, типа сыр, да? Так, ложим сыр, и Гренни идет сюда, и мы ее сразу хоп, и все. Нет, я думаю, это просто так сделано. Я не понял, они прям сюда идут, что ли? Как они меня услышали? А, они, наверное, услышали, когда я этот механизм активировал. Я думал, что нифига не слышно, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, давай надо еще второй день попробовать. Это что, я только начал и сразу умер. Что такое? Я даже не посмотрел, что здесь вообще происходит. Так, давайте по-быстрому сразу бежим куда-нибудь. Там двери какие-то были. Давай-давай, вставай, все, погнали. Так, значит, давайте сюда. Оп. Так, это вниз. Это вниз, а что внизу? Еще вниз. Типа два этажа вниз. Так, в воде кто-то есть. Мне, наверное, туда не стоит прыгать. Так. Что тут еще мы видим? Ну-ка. Ага, можно что-то открыть, но нужен ключ. Называется он padlock key. Padlock. О-о-о-о-о-о-о. Мы нашли то, что нам надо, чтобы открыть сверху что-то там. Давайте тогда открывать, смотрите. Я уже продвинулся. Я не такой нуб, как обычно. Так, где тут было это? Вот. Так, что там дальше? Что это? Станган? Электрошок, что ли, это? Ну, это типа электрошока. Что-то типа того. То есть я могу здесь кого-то... Гренни или дедулю? Как дедуля? Ой-ой-ой. А так а пройти-то нельзя? А, так она падает. Смотрите. Так, а дедуля не услышала это все? Смотрите, а мы сможем пройти как-то здесь? У меня только один вопрос. Можно ли пройти? Но он, походу, нас услышал, и нам надо валить. Он, походу, сюда идет. 2 минуты, короче, Гренни в отключке. Я не знаю, уже минута, наверное, прошла. Он где-то там стоит за углом, судя по всему. Сейчас мне надо вонючку убрать. У меня, короче, вонючка. Это вот такая жидкость, смотрите. Показываю, видите? Там водичка, она вкусно пахнет. Но когда ты тут сидишь, я вот сижу очень близко. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Я, короче, не могу нюхать, поэтому надо убрать это. Ладно, надо следующую игру брать. Нет смысла в этой игре.
Все, вонючка, я убрал. Нет, третий день не надо, спасибо. Идем тогда в обычную Гренни. Там вышло, кстати, обновление. Я вот не знаю, что добавили. Давайте посмотрим. Что же сделали тут нового? Может быть, просто так что-то там, типа, исправили ошибки какие-то. Кстати, видно меня в экране или нет? Не, походу, не видно. Плей. А здесь электрошока не было. Вот только сейчас вот... Потому что там есть дедуля и бабуля, поэтому так нужно использовать. Так. А прикиньте, если поставить только, чтобы дедуля был, сразу его электрошоком, и все. И никто не мешает вообще. Вообще классно. День первый. Точно так же, как и во второй части. Один в один. Очень все похоже, согласитесь. Это ж не подделка вторая часть, вот то, что мы играли. Это ж оригинальная вроде. Гренни оригинальная. Вроде в магазине она на первом месте там была. Среди там игр ужастиков. Ну, была. Может быть, сейчас уже не на первом, потому что уже все поиграли. Так, я уронил вазу, но это нормально, потому что бабуля снизу, вон там сейчас пойдет наверх. Пойдет в комнату. Кстати, если вот так смотреть, она ж не видит меня. Ну-ка. Ну да, она не видит. Она такая смотрит. Кто разбил мою вазу? Ай-яй-яй-яй. Смотрит. Ну-ка. Я хотя бы, чтобы знать, как они действуют, эти враги. То есть она где-то постояла секунд 7-8. Идет назад. А, кстати, не видит меня. Прикольно. Она реально меня не видит. Она поставила ловушку. И она все равно меня не видит. Она идет дальше в ту дверь, наверное. А, еще ловушку поставить, да? А, нет, она дверь умеет открывать. На расстоянии при том. Смотрите, где она стоит и где дверь. Ну что, ты идешь, бабуль? Она, наверное, опять 8 секунд стоит. И потом пойдет. Смотрите, как-то так здесь все сделано. Ну, на этот раз она чуть дольше стоит. Походу, она заглючила. Она будет стоять здесь минуту, две, три. Пока мы что-то не сделаем, наверное. А что, если мы дверь закроем? И откроем. Она это не слышит, да? Так, хорошо. Бабуль, я тут. Бабуль. О, увидела. И когда она видит, она чуть быстрее идет, чем обычно. Насколько я это увидел сейчас. Подожди, она... Подождите, она сюда идет, да? Что-то она медленно шла. Ой, ой, ой. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну что это? Ничего она не сделает мне. Я в домике. Единственное, она, надеюсь, не застрянет здесь. Мне придется назад прыгать. А она еще увидит меня? А давайте... Давайте вот так. Оп, оп, давай, 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 давай. Не успел, блин. Надо было немножко подождать, пусть, чтобы она дальше ушла, потому что она уходит медленнее, чем приходит. Она всегда, когда она тебя слышит. Так, вот это подделка, да, или это оригинал? Ну, в плане той же компании или нет? Но нас здесь как бы все украли, музыку, все. Я так понимаю, что это оригинал тогда получается. Просто название такое сделали. Сейчас увидим. Ну, потому что, ну, звуки все одинаково. Как могла оригинальная компания разрешить игре вот такой выйти в App Store, если она, ну, не дала разрешения на это? Такое не может быть, согласитесь. Как такого может быть? Потому что я в официальном магазине это купил, так что скачал и... Но она бесплатная, я имею в виду. Скачал бесплатно. Купил за 0 рублей, короче. Так, где наша бабуля? Ой, она что-то быстрая, подождите. А что она такая быстрая? Я какую сложность поставил? Я не рассчитывал, что она такая быстрая. Давайте еще разочек. А, кстати, не забудьте в комментах написать, что там у нас, какие игры еще желаете увидеть. Именно по названиям. По-английски пишите, только название полной игры. И я потом скопирую все названия и скачаю их. И тоже ролик запилю. Так что пишите, не стесняйтесь. Если есть что поиграть интересное, что-нибудь, что я не играл. А, здесь... Я не понимаю, как вот это делать, когда второй день, ты закрыт, ты что? Надо просто ждать, чтобы она сюда пришла, получается, да? Я открыла дверь. Так, а как вазу... О, она идет, походу. Или нет? А как вазу, как бы, надо что-то же, чтобы упала, а ваза уже, походу... А, не, она упала, ее надо поднять, подождите. Сейчас я ее подниму, секундочку. Так. Дропаем. Все. Так, она пытается открыть дверь, она закрыта, я не знаю, она открыла, хорошо. А это специально дают время, чтобы ты под кровать залез, пока она там пытается, типа, дверь открыть. У тебя где-то 3 секунды на это. Ну и что, уходи, там 7 секунд или сколько ты, да. Стояла, короче, секунд 5-7 и назад пошла. Что-то на нее написано там такое. Люблю играть, что-то написано, love play, люблю играть.
Непонятно. Подождите. А что это за фигня вообще? А, она застряла, да? Ну давай, бабуля, ну что там, выходи. Я сейчас могу убежать, походу, она полностью застряла. В этом, в столе. Не знаю, как так получилось. Но она реально застряла. Так, а что она там еще сделала? Еще поставил ловушечку. Ну ладно, погнали. Как она вообще здесь прошла? Здесь же стол, как можно пройти здесь? И где она сейчас? Внизу, наверное. Так, а что нового здесь добавили? Игру тоже обновили, что-то брейли. Но что-то ничего нового. Мне немного плоховато, то что я нанюхался сейчас этой вонючки, тут стояла, и я немножко засыпаю. Поплохело мне. Опачки! Как она через дверь прошла? Я не видел ее. Она не должна была меня видеть, на самом деле. Я был за дверью, за текстурой. Ладно, погнали дальше. Что у нас тут? Scary Teacher. Scary Teacher тоже, кстати, популярная игра на YouTube. Если хотите что-то там ролики пилить на YouTube, надо вот это делать. Ну, эти игры надо делать, потому что они в топе. Просто все их делают сейчас. И если хотите немножко поднять подписчиков, рекомендую. Так, что с игрой-то? Play now. Что такое double? Это сложность, наверное. Вторую сложность я взял, средненькую. Есть еще более сложная, там, где телек нарисован был. Так. Что надо сделать? Так, она... Она что-то кушать собралась, да? И нам надо что-то испортить, как мне кажется, эту еду, эту похлебку, супчик или что у него. Судя по всему, это сухой завтрак, знаете, такие хлопья с молоком, походу, это они. Ну что, у нас время даже ограничено или нет? Даже написано, добавьте что-нибудь в... Подождите, а как открыть? Ну, открывай. Ладно, придется тогда как-то сюда, что ли? Да. Ну ничего сложного, как бы обойти просто. Она сидит, короче, где-то в зале. А нам надо на кухню. А где кухня у них? Вот это кухня. А это вход в кухню, да? Да. Так, а где похлебочка их? Не могу понять, где она. Ага, вот она. Значит, острый соус. Наверное, острый соус зайдет, да? Он теперь такой красный, этот суп стал. Ну что, ждем, смотрим на бабулю. Видно вам? Да, видно. Вот она, бабулька идет. Я вам расскажу, что произойдет. Так, села кушать. Но она сразу увидела, она заподозрила. Потому что другой цвет. Короче, я проиграл. Надо было добавить что-то, чтобы она не увидела. Блин, я ж не знал. Ну ладно, проиграли. Так что в Hello Neighbor тоже обновление выходило, я потому что уже столько не снимал, и что-то обновляли в игре. Напишите, что там изменилось-то. Исправили этот баг, короче, с тем, что я нашел. Помните мой баг? Никто в мире, наверное, этот баг не видел, как кроме меня. Сейчас я вам покажу тогда. Надо только новую игру нажать. Покажу баг и все, короче. Если не исправили, значит обновление ничего не добавил. Потому что баг до сих пор уж существует. Я уже год как его нашел. Ну не год, а в начале года только этого. Сколько сейчас? 9 месяц? 9 месяцев или там уже 10, наверное. 10 месяцев баг существует, и никто его не исправит. Вот даже мои ролики отсылайте им, и как бы они должны исправить, но, блин, им пофиг, мне кажется. А что такая загрузка? Это так и было всегда, да? Не исправили загрузки, они очень долгие, я не знаю, игра не настолько крутая по графике, чтобы так долго загружать. Видимо, она криво сделана. А, мне еще на русском написано. А, нет, это Act 1, это английская версия. Так, ну что, идем мой баг проверять. Если не исправили, нафиг эту игру. Погнали. Пью, пью. Прыгаем, что-то валяется, кстати. Мусорка какая-то или что это? Да, это мусорка. Мы можем ее взять. Да. Можем выкинуть куда-нибудь. Но мы идем искать мой баг. А он находится вот здесь. Вот он, пожалуйста. Кстати, а если бросить сюда?
Прикиньте. Звук есть, глюка, но ничего не происходит. Я, короче, выкинул эту мусорку в эту иконку. И получается, звук срабатывает, этот скрипт. То есть мы можем что-то еще взять, смотрите. Короче, рассказывайте всем, чтобы исправили этот баг уже наконец-таки. Может быть, кто-нибудь достучится до разработчиков, чтобы они исправили это. Может быть, на андроиде такого нету, хотя, по-моему, и на андроиде такая фигня. Ну, смотрите, смотрите. Кидаю. Это может быть фишка какая-то, я не знаю. Ну, что это такое? Второй раз. И все, сейчас она перестанет. Так, а теперь сами прыгнем. А можно медленно прыгнуть, чтобы не телепортироваться, а просто... Нет. И вот опять первый раз музыка играет, мы просто падаем куда-то. И это, наверное, второй раз было. Все. Мы типа разбились, упали куда-то. И после этого, наверное, считает, что мы дошли до этого дома, до этой точки, вот куда надо было дойти. К дому соседа. И вот дальше идет снова этот ролик. Типа вот так вот. Ну ладно, что тут смотреть, ладно, не исправили баг, глюк как был, так и остался. Ну что, у нас Бенди есть еще, погнали. Кстати, тот iPad тоже обновился, вы видели, да, обновление, теперь палец зажимаешь, написано что-то раньше. Короче, такого не было, раньше было это на айфонах только, а сейчас на iPad'ах добавили, это touch как-то там называется. Я не знаю, как точно эта технология называется, раньше это был Touch ID или как-то там, забыл уже. А сейчас это типа другое. У меня тут сохранение, как обычно. На том же месте, когда я стримил тогда и проходил игру, где я потратил где-то час на тот уровень, и вместо того, чтобы за 20 минут его пройти, я много времени потратил, но я все-таки прошел. Но сейчас опять-таки я не могу пройти, потому что нужно... Ну, я не понял как, я забыл. Так, а что это за глюк? Почему так плохо выглядит? Что это такое? Подождите. Ужасно выглядит, посмотрите, вблизи видно там еще. Очень-очень, как бы, как сказать, размыто, что ли. Кажется, что я очки не одел, короче, вот так. Так, что нам делать? А что игра так тормозит? Она никогда так не тормозила, посмотрите. Она реально тормозит. Так, здесь можно что-то послушать. Кстати, а русский язык здесь меняется или как он делается? Я что-то не помню. Чувствительность, субтитры, графика, control size, cross ear, inverted. А вот есть. Французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, японский, китайский и русский. Наверное, самый последний в списке. Так, ну что у нас в русском тут? А, давайте послушаем. А, здесь не будет, наверное, все равно перевода. Я не понял, мы поставили русский язык, почему нет перевода? Вот тут только написано Сэмми Лоуренс. Где перевод? Ну что это такое? Вот вы мне говорите, русский язык ставить. Я поставил, но все равно ничего не переведено. Какой смысл в этом? Ничего не переводят вообще, как бы. Типа русских не существует или что? Для Китая, я уверен, там нормально перевели. Только для нас так. Надо как бы требовать, чтобы нормально переводили, и все. И будут делать. Они просто знают, что вы с андроида скачаете, ну, АПК-мод какой-нибудь со всеми уровнями и не платите за игру, понимаете? Поэтому и будет такой перевод будет. У них нет бюджета на это, потому что никто не будет тратить денежки на эту игру. В России у нас, например. А в других странах заплатят и все, и не будут париться. $5, по-моему, игра стоит. Здесь, короче, вот на инструментах надо играть, но какая последовательность, надо знать. Ее надо знать в другом месте смотреть. Пум-пум-пум-пум-пум. Мне больше всего на чем интересно играть нравится? По-моему, на вот этом. На вот этой виолончели. Или это бас-гитара считается. Бас-виолончели, или как это называется, не знаю. Ну, это виолончель, конечно, какая гитара, о чем я говорю. А, тут есть еще пианино. Та-та-та. Блин, как играет пианино. Все, ребята, я закрываю видео. Останавливаю его. Буду играть на пианине. Блин, вот это игра. Нет, не буду. Так, ну FNAF. Ну давайте, FNAF до первого фейла. Прям сразу первый фейл. И заканчиваем. Какая ночь у нас? Подождите, третья ночь, зацените. Я до третьей дошел, вообще ничего не знаю про эту игру. Просто, ну, случайно.
Тут можно реально ничего не знать, нажимать кнопочки, и потом бам, и вы прошли. А я как проходил уровни, я говорил вам, вначале, короче, на вас никто не нападает, правильно? И вы экономите электроэнергию. Вот смотрите, сейчас я ничего не делаю. Вот моя рука, пожалуйста. Я ничего не делаю. Я слушаю, как нам сейчас будут бла-бла-бла что-то объяснять по телефону. Вот, hello, привет, привет, да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Бла-бла-бла. Нас не могут убить. Пока он говорит, в это время... А, кстати, графику улучшили. Это ж FNAF 1. Посмотрите, какая графика офигенная. Офигеть. Реально? Я тут ничего не придумываю. Вы сами согласитесь, что графика лучше стала. Это видно, надеюсь, на картинке? Ну вот, реально видно. Я сдалека сижу и уже вижу, что графика лучше стала. Так, я не знаю, зачем я нажимаю. Я же говорил, что никто не нападает. Я просто увидел, что графика лучше стала с обновлением. Было обновление большое для этой игры, я видел, но я не запускал после этого. Так что вот такие дела. Так, мне что-то пиццы хотелось. Пусть он немножко поболтает, а я возьму стаканчик водички. Вы не против? У меня больше ничего нет, у меня только воду. Если налить, попить. Надо еще новую большую такую упаковку открыть. Пойду сейчас. Ой, водички попьем. Зацените, сколько у меня воды, смотрите, смотрите. Ой, во. Видно? Это вот бутылка. Огромная, тут 5 литров, наверное. 5,55 даже. Прикиньте, 5,5. Сейчас я открою ее и налью. Смотрите, на меня не нападают. Если ничего не щелкать в этой игре, никто не нападет никуда. Хотя сейчас надо на самом деле двери закрыть. Вот по-хорошему надо двери закрыть. Все, закрыли двери и можно водичку налить. Налью, открою потом. А там кто-то ходит, нам все равно. У нас электричества было много. Сейчас час ночи. Короче, все нормально. Так, кто-то в мусорке лазит. Я слышу это. Блин, а почему время так медленно идет? Еще час ночи. Это специальный прикол какой-то? Типа время здесь медленнее идет или что? Я дверь открываю, потому что мне не хватит до 5 ночи. А, кстати, я хотел прикол рассказать. Здесь, короче, я играл как-то FNAF какой-то, второй или третий. И там что-то произошло. И у меня, короче, я только начал, у меня сразу 3 часа ночи, потом 4, потом 5. Я буквально за 1 минуту прошел целый уровень. Просто время почему-то неправильно шло, видите? Здесь супер медленно идет, а у меня супер быстро шло. Блин, что в первом нафиг вообще делать? Зачем камеры смотреть, если они электричество тратят? Ну, что я могу здесь увидеть, если... Ну, вот я вижу, кто-то здесь, видите? Во. Хотя он может быть там всегда, везде, я ж не знаю. Блин, время очень медленно идет сейчас. Это вот 3-я ночь. Здесь по-другому время идет. Кстати, чай покупал как-то. Вот, смотрите, Тесс, дали такую кружку. Вот такую кружку давали. Это как подарочная упаковка. Недорого, кстати, стоило, по-моему, $5. Ну, там 4 упаковки чая было и кружечка по центру. Взял такую, купил. Классная, смотрите, красненькая такая. Ваше здоровье, ребята. Пью за ваше здоровье. Не болейте, не болейте. И все будет у вас хорошо. Так, никого нету. Никого нету. Все, ждем, ждем. Я даже звуков не слышу. Может быть, нам специально дают возможность выиграть? Уже 3 часа дня. Давайте посмотрим, я выиграю, может быть. Ждем, 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 ждем. Что вам рассказать? Я вот PvZ3 жду, но что-то альфа-версия, что-то вышло и все. Она вообще, может быть, в этом году не выйдет. Мне кажется, что-то там не готово у них. Не готово, и что-то, мне кажется, только в следующем году выйдет PvZ3. Именно не Garden Warfare, не вот эта вот новая часть, которая уже вышла.
Она в октябре полностью выйдет, а именно на планшеты, на телефоны. Кстати, вышла Mario Kart Tour в игре. Я уже поиграл 2 дня немножко. Мне понравилось, прикольная игра. Единственное, управление очень странное. Я там, наверное, с управлением не разобрался. Очень странно, дрифтить неудобно. Надо как-то, как-то по-другому настроить что-то. Походу, игра заглючила, зацените. Звуков никаких нету. 3 часа ночи. Так, пошли звуки. Я правда не понимаю, с какой стороны. Давайте пока закроемся. У нас есть электричество. Закроемся, попьем водички. Сейчас 4 часа ночи должно быть. Или утра, не знаю, как правильно. Вот как правильно, 4 утра или 4 ночи. Ну, кстати, лето, можно сказать, 4 часа утра, потому что уже практически, можно сказать, восход идет, солнце. Поэтому, может быть, и утро. Да, вот смотрите, 4 уже. Кстати, электричество много не потребляется. Зацените, 35, 34, 33, 32. То есть я, может быть, даже продержусь сейчас, вот буквально с закрытыми дверьми. Потому что я до этого электричество не потреблял. Возможно, здесь изменили что-то в игре после обновления. Легче стало играть, зацените. Я могу выиграть сейчас и до 4 ночи дойти. Сейчас будет 5 утра, по-любому. А у нас 25%, 24%. Это кто-то в дверь уже стучится, или мне показалось? 22%. 21%. 20%. Ну давай, 5 утра уже, пора по времени. Тут 1 минута реальная, наверное, 1 час, я так понимаю. Именно на этом уровне. А до этого раньше быстрее время шло. Или они замедлили все, типа время медленнее идет, и проценты электричества медленнее идут. Но я открою пока. Сейчас. Блин, я не могу ее закрыть. 5 часов. 10% у нас. Я не могу закрыть, не хватит нам. 10, может, хватит с одной дверью закрытой. 9, 8. 6, 5, 4. Блин, не хватит. Так, эту дверь откроем. 3, 2, 1. Ну. Я так далеко никогда не заходил на 3-ю ночь. Походу, сейчас будет скример, не? Или нам хватило все-таки? Хватило или нет? Или когда электричества нету и нет 6 утра, то всегда проигрываешь. Ну что, давай уже скример. Чего ждешь? Я должен нажать, что ли, или что? Так, ну... Это хороший скример или плохой? Это хороший скример. Я прошел, прикиньте. Отлично, отлично. Все, значит, я прошел. Следующий уровень уже будет на следующее видео. Ну что, вот такие вот игры. Что-то обновилось здесь, что-то не обновлялось, не знаю. У меня как раз закат солнца идет вот сзади. Солнце прям светит на камеру. Ух, как красиво. Вам немножко на планшет видно. Вот. Ну, в общем, пишите, какие игры еще снимать. Не стесняйтесь. Я все прочитаю. Что-нибудь потом и сделаю по роликам. Все, пока. С вами был Андромалик. До новых встреч. Увидимся. Пиу.